Здарова, ребят, с вами Илья, и это новый топ игр на канале Игры День. Сегодня я подготовил 5 лучших игр в жанре экшена именно по онлайну, где вы можете зарубиться с другими игроками. Короче, тема очень интересная, поэтому думаю, вам зайдет. Ну и вот комментарии из предыдущего топа, спасибо, что пишете, и вы просто красавчики. Короче, пишите здесь тоже комменты и увидите себя в следующем выпуске. А так, не теряем время и поехали! Начнем наш топ с игрушки Pixel Gun 3D, и это просто классная стрелялка по онлайну со своим крутым стилем. Здесь мы сражаемся именно в онлайне с огромным количеством игроков. Создаем своего персонажа, покупаем пушки из огромного арсенала и отправляемся в этот бой. Игра обладает огромным количеством режимов, шмоток, сундуков, и от этого прям глаза разбегаются. Не говоря о том, что здесь и карт тоже очень много, поэтому потребуется реально много времени, чтобы все это дело изучить. Вообще, каждый игрок здесь берет определенный набор арсенала с собой в битву, и тут каждый выбирает свой тип оружия. Я, к примеру, использую автомат плюс снайперку, и, по-моему, реально круто заходит. Ник, кстати, в игре у меня игры день, так что, думаю, если увидите, то будете играть против меня. Также я рекомендую вам именно немножко потренироваться и уже потом отправиться в онлайн по командам. Я думаю, там будет просто жесткое мясо. Короче, пробуйте, ищите меня на серверах, думаю, обязательно вместе зарубимся. Идем далее, и на четвертую позицию я поставил игрушку Guns of Boom. Эта игра также имеет очень прикольный внешний вид, это мультяшная такая рисовка, и здесь чуточку помедленнее сделали геймплей по сравнению с предыдущим участником нашего обзора. Однако игра тоже весьма бодра, и что хорошо здесь идет, это именно большой онлайн. Здесь мы хватаем оружие, набиваем карманы обоймами и отправляемся на эту красочную карту. Блистательные победы и почетное место в рейтинге не заставят себя ждать. В игре нас ждет простое управление, яркая графика, 48 пушек и крутые сражения с друзьями. Короче, достойный проект. Место номер 3 — это игра Rules of Survival, пожалуй, лучший клон игры PUBG, да еще и игра постоянно обновляется. Это тот проект, который не оставит равнодушными всех любителей таких выживалок. Тут все по классике. Мы летим на парашюте, прыгаем, хватаем лут и стреляем своих соперников. В общем, стараемся всеми силами выжить. Игра, к слову, недавно получила вид от первого лица, и это тоже добавило некий свежий глоток воздуха в такой крутой проект. Короче, классная игра и третье место. Место номер 2 и это игрушка Fortnite. Игра уже доступна для iOS, и теперь ждем Android версию. Кстати, присутствуй в комментариях, если ждешь игрушку, я хочу увидеть сколько нас. В общем, Fortnite это такая кооперативная песочница на выживание, где основными идеями является исследование, сбор ресурсов, строительство и некая борьба с противниками. Игра имеет очень динамичный геймплей, кстати, также мультяшную и приятную графику. При этом она является кроссплатформенной и в целом доступна на все актуальные платформы, и при этом мало чем отличается друг от друга. Игра также постоянно обновляется, становится интереснее и лучше, так что заслуженно занимает место в нашей рубрике. Ну и первое место, фаворит нашего выпуска, это официальный PUBG на мобилке. Эта игрушка получила награду в категории «Лучший прорывной хит» и, на мой взгляд, вполне заслуженно. Недавно здесь также подтянули вид от первого лица, оптимизация тоже стала гораздо интереснее, так что вы получаете просто максимум удовольствия. Про PUBG вообще говорить мало что можно, я думаю, все уже слышали об этой игре, тут мало что можно прибавить, поэтому все согласятся, что это реально лидер среди таких жанров. Игрушка, пожалуй, стала одну из моих самых любимых, я часто здесь тоже зависаю, поэтому у вас есть шанс увидеть меня на серверах и просто вместе зарубиться. Короче, клевая игра, тоже бесплатная, так что пробуйте. Ну что ж, а мы будем на этом на сегодня заканчивать. Такая вот пятерочка офигенных игрушек есть для наших девайсов. Я уверен, что просто каждый заслуживает внимания. Это, пожалуй, фавориты в жанре онлайн проектов, поэтому, чуваки, в общем, переходите по ссылочкам, качайте и просто наслаждайтесь таким офигенным геймплеем. Ну и будем на этом на сегодня заканчивать. Всем хорошего настроения и до скорых встреч. Пока.